Поскольку Казим попросил меня рассказать здесь о братстве, я вкратце затрону и эту тему. Сегодня вокруг нас люди трех категорий. Первые — неверные, вторые — мусульмане, и третьи — мусульмане-мюриды. С теми неверными, которые не вредят исламу и ведут себя корректно, мы должны поддерживать хорошие отношения и вести себя тактично. Можно делать им добро и даже желательно читать дуа, прося, чтобы Аллах наставил их на истинный путь. Шариат запрещает нам унижать человека или вредить ему лишь за то, что он другой веры. Есть хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалам, говорящий об этом. Это во-первых. Во-вторых, нельзя проявлять неприязнь к неверным, как к людям. Неприязнь должна быть направлена лишь на само неверие, но не на людей. Мы первыми должны беречь человечность. Если же человек мусульманин, то это вдвойне усиливает дружбу и братство по вере. Надо дорожить этим, делать как можно больше добра и как можно отдаляться от причинения ему вреда. И третий узел братства у мюридов, он втройне усиливается. Во-первых, как к человеку, во-вторых, как к мусульманину, и в-третьих, как к мюриду. Между нами должна быть дружба, братство. По мере сил должны помогать друг другу, а о вреде даже и речи нет. В этом братстве мы повязаны и укреплены тремя узлами. Мы втройне обязаны беречь это братство между собой. Порою, если кто-то скажет нам одно неприятное слово, мы всю жизнь обижаемся на этого человека. Такого как раз пророк, саллиллаху алейхи вассалам, никогда и нигде не разрешал, чтобы мусульманин более трех дней обижался на своего брата по вере. Есть хадис посланника Аллаха. Пророк называет семь категорий людей, которые в судный день окажутся в тени по воле Аллаха. Когда весь остальной народ будет мучиться под палящим солнцем, в жажде и в голоде, когда все окажутся в таком тяжелом положении, семь категорий людей обретут покой и отдых в тени арша, говорит пророк, саллиллаху алейхи вассалам. И двое из этих — люди, которые полюбили друг друга ради Аллаха. И вся жизнь их прошла в этой дружбе, и умерли они, находясь в дружбе. Поэтому будьте снисходительны, если от брата по вере вышло неприятное слово или дело. Мы грешные люди и склонны к ошибкам. Братья по вере, мы ведь порой и сами ошибаемся. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалам, дал всего три дня, по истечении которых, даже если я прав, все равно должен пойти и сказать: «Брат, извини меня, я был неправ». У нас должна быть убежденность в этом. Мы знаем, что наши наставники любят нас больше, чем собственных детей. И когда они слышат о наших ссорах, это ранит их сердца. Следует понимать это, дорогие братья. Если мы хотя бы немного любим наших наставников, мы, мюриды, не можем позволить себе обижаться друг на друга. Пусть Аллах поможет нам хранить дружбу и братство, чтобы нами были довольны наши наставники, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, и Всевышний Аллах.